Приветствую, друзья, на канал BB Play. Меня зовут Владимир, и сегодня мы продолжаем прохождение игрушки под названием Surviving Aftermatch. Обновление 3-я экспедиция. Всем приятного просмотра. Мы начинаем. Итак, друзья. Что я сделал в офлайне, пока играл, вас здесь не было, скорее не на запись-то было. Я построил пару полей, я получил новые семена арахиса и... Да, только арахис, да, по большому счету. Построили дом лесничего, чтобы более-менее деревья сросли у нас, да. Также построили мы пилораму, чтобы постоянный был доход дерева. Ну, одну рыбацкую хижину построил. Я принял две группы выживших, так что мы получили два специалиста, подошли новых, вот они как раз, вот. И так вот, что еще, ну, построили мы мастерскую по производству инструментов, построили мы еще один домик, вот. Пользуясь случаем, большое спасибо тебе, Биг Бэй, за твои комменты, за твои советы. Как всегда, ты меня направил на путь истинный, да, потому что я не уделял внимания этому. Дело в том, что вот, например, если мы ставим дом, они там размножаются как кролики, блин. Так что мне посоветовали строить только коммунальное жилье, чтобы как-нибудь уменьшить эту рождаемость. Потому что в предыдущем сезоне у нас был писец, там что творилось. Чем больше мы развивались, тем больше у нас людей рождалось, и тем больше у нас людей было. Потому что мы закончили где-то в 300 с лишним лиц, и они просто росли в геометрической геометрической пропорции. То, что просто 10, 20, 40, 80, да, и так далее, и тому подобное. Так, я набрал чуть очков. Чуть-чуть открыл карту, здесь побегал, ну чуть-чуть, блин, довольно-таки много открыл карту уже, да, здесь вот люди у меня тут бегают. Собрала две машинки, вот, у нас как раз есть вот еще одна машинка на два места, но у меня есть уже на четырехместная машинка, ну ничего, мы потом это соберем, когда я открою эту территорию, вот. Просто посылаешь сюда человечка, вот, например, этого вот, да, возьми там вот этого, да, маршала, да, сюда его садишь, и тогда с этой машинкой ты направляешься уже в свой... Не на аванпост, а именно в свой город. Но называется у нас Валентайн, да? Вот. Так, значит, что мы сегодня сделаем? Мы сейчас откроем пару вещей. Так как я сегодня думаю делать тоже видосик на 40 минут, потому что у меня скоро начнется стримецкий. Вот. Значит, что мы можем выучить? Я хочу выучить все-таки уже производство биотоплива. Потому что у нас есть уже энергия. Сколько энергии он требует энергии? Химкомбинат. Но у нас нету семечек. Тоже, опять же... Довольно так, не знаю, вообще понтово ставить или не делать это дело вообще. Может сначала построить вот мастерскую, но он опять же требует масла. Короче, все привязано к одному весу. Общественное питание, кухня. Можно, конечно, кухню построить тоже, опять же, да. И тогда нужно лагерь для лесоруба. Давайте, значит, делаем, тогда построим кухню, производство, хранение энергии. Да, хранение энергии, потому что нам тоже надо переработку утилья делать, потому что, ну, у нас уже тут как-то, видите, у нас много ядерных отходов рядом, и люди заболевают очень часто. Так, ладно, поехали на вторую скорость. Итак, что мы... Так, у нас есть кухонка, сейчас сделаем кухонку. Ну уж кухонку гораздо выгоднее строить, чем, например, что-то еще другое. Так, она производит из меньше ресурсов больше продукции. Так, ну сейчас надо посмотреть, куда его поставить, вот так, чтобы более логичное... Использование места было. Я думаю, сюда, ну навряд ли, не знаю. Сюда тут колодец стоит. Потому что я, конечно, из колодцев там избавлюсь, но потом это место будет здесь свободное. Может, знаете, что сделаем, друзья? Потому что мы сюда ничего не построим дальше. Вот сюда какую-то кухоньку забубаним. Вот. Так, например, да? Ну или вот так. Потому что, ну, эти поля мы тоже потом избавимся от этих полей, потому что нам не нужны будут здесь. Потом мы будем строить уже большие поля. Поставим сюда. Так, да, у нас приближается катастрофа, метеокатастрофа. Так, забираем мы конденсаторы. Так, этот город. А вот, я новая фишка, что появилась. Вот, например, значит, говорил то, что продажи, да, там что-то, если хотите что-то продать, да. Теперь они требуют взамен, видите, спрос. У них есть именно спрос мяса, аптечки и мясо. Это мясной рацион, который готовится. А они тебе предлагают бензин. Бензин, инструменты, одежду и мучных червей.
Так и у этих всех. И так же самое, вот, например, вот и еще один Бенедикт, они предлагают картошку, ткань, смешанный рацион, капусту, а им нужно дерево, дрова и бетон. Бетон и инструментики. Так вот и здесь, так же самое. Спрос бензин, инструменты, то бишь не инструменты, а детальки, ткань, предложение, доски, мука, инструменты и подсолнухи, которые нам нужны будут очень в дальнейшем. Так, смотрю, мы открыли новую, ладно, этот человечек идет сейчас потом собирать это все, систему. Так, все, у нас еще один Эйнштейн остался здесь. У него наука прокачана, да? Идем собирать, потому что вот так. Отлично. Подождем, пока это все обновится. Я надеюсь, что метеоритный дождь нам не причинит много вреда. Это было бы нежелательно. Так, с инструментами у нас пока что все хорошо. Это потому что я начал заранее закладывать инструменты, что потому что не было как в прошлый раз, в прошлой серии, что у нас очень много было проблем с... Что за чертовщина? Вы смотрели с мечами ворота пожилую собеглённую женщину, но с морщинным лицом, значит, грецкий орех. Никто не видел, как она пришла. Хихнувшая женщина говорит вам: любите загадки, когда вот вам такая. Днем спит, ночью глядит, утром умирает, другой сменяет. Что это? Время, день, свечи. Днем спит, ночью глядит, утром умирает. Другой, свеча. Ага. Ну что, дело, дружу, появляется широкая беззубая улыбка. Вот умничка, все правильно говоришь. С этими словами она пропадает в корзину с лекарством, а потом возвращается и уходит в лес. Очень хорошо. Йодные таблетки нам очень нужны, так как у нас очень часто люди заболевают лучевой болезнью. Вот. Она уже приходила ко мне только с другим посланием. И еще у нас такая фишка появилась новая, то что я не было такого раньше. У нас типа появился квестик с упавшим зондом, в котором была упомянута записка про поводу, там, значит, там чисто метафорически, как говорится, выражается, там как-то где там змея куда идет, целый год она идет, и там, короче, такая и. Короче, в курсе, да, это была река, и мы нашли там склад с припасиками, ну вот с детальками, там было 18 деталек. Тоже такие. Вот очень, я скажу, разнообразие. Повышает разнообразие игры. Это очень крутая тема. Овощной рацион. Подожди, не будем делать. Мы будем делать смешанный рацион. Очень хорошая штучка такая, то что оно больше интерактива, да. А не только тыкать кнопки и вот там я строю вот это, строю вот это, строю вот это, да. Так, значит, строим нам надо дом лесные заготовки, да. Это опять же поставлю это здесь. Так, у нас здесь есть пилорама. И может даже сюда поставлю, лес получится. Нихера не позволяет. А может здесь? Нет, тоже не получится. Ладно. Ну тогда вот сюда. Вот. Отлично. То, что нам нужны дрова для этой темы. Мяско у нас есть. Мяско у нас есть. Дичь у нас дофига дичь. Так, окей, погнали дальше с специалистами. Специалист еще собирает. Конденсаторы. Так, чувачок, ты иди собирай мне. Что такое? Иди туда уже. Окей, 300 получилось. Сейчас мы сейчас откроем. Сейчас откроем уже ремонтную. Подсолнухи. И будем надеяться. А, не, кстати, друзья, нет. Зачем нам усложнять себе жизнь? Мы можем сделать другую тему. Сейчас, секундочку, у нас тут закончилось что-то. Сейчас С-буквочку нажимаем, центрируемся на карту. Так, проверяем, все они работают. Все у нас есть, все добывается. Отлично. Я хочу посмотреть, сколько нам надо исследования. Бартер, вот что нам нужно. Нам нужно бартер и авто. Отлично. Отлично, супер. Супер. Вот что я хотел. Так, сейчас, значит, строим. В первую очередь мы строим, значит, торговый центр. Ой, ну какой-то маленький стал. Или мне это кажется просто. И отлично, как раз он сюда входит. Супер. Отлично. И строим. У нас детали до херища. Гараж. Гараж мы построим где-то вот здесь. Вот так. Отлично. В этом гараже мы будем строить для всех газовочный лагерь готов. Так, у нас есть два человека, все отлично, все хорошо, работаем. Люди работают замечательно. Так, хорошо, дерево будет у нас сейчас производиться. Это у нас здесь будет сейчас. Ждем дрова. Так, ну вот единственное, что у нас будут проблемы, сейчас будут проблемы с людьми. Так, эти чувачки забрали уже металл, да, весь? А нет, еще 41 металл. Что с пластмассой? 51 пластмасса. Ну, мы сейчас ждем, что у нас повредят здесь. Вот, и сразу пизданули по нашим этим. А, они, не знаю, не уничтожаются? Странно. Хорошо, допустим. Да, вот уже кому-то пизданули. Что это? Что сломали? Колодец. Ах ты жопа.
Ремонт. Главное, что в поле не попало. Остальное херня. Мастерская. Ремонт. Здесь у нас пока все хорошо. Ага, куда это ты? В больницу? Ну ты жопа. Ты завязывай уже, нага. Еще раз. Да, как я говорил, видите, друзья, очень быстро это все. Мастерская критически повреждена. Давайте, пацаны, идите работайте. А почему это все упало вниз так? Грешным делом, что-то я не понял. Ну да ладно. Так, протом при... Так, люди, так, чит... Блин. Ну у него их специалист есть. Собиратель с большими... О, боже, надо брать. И что у нас получается? Разрушенная мастерская, разобрать. Разобрать, значит, разобрать. Так. Значит, у нас так получается, стараж, гараж, гараж застроен. Так, у нас нету домов, да? Так, значит, построим одну коммуналку. Вот почему ты сейчас вот так нехорошо встал у меня? Я тебя не могу даже отремонтировать. Так, друзья, сейчас мы быстренько перезайдем, потому что что-то тут, что-то тут... Да, перезашли, и у нас все встало на свои места. Короче, смотрим, видите, у нас есть машина здесь. Быстрый автомобиль почти без пассажирских мест. Он быстрый, у него будет много ходов, но он не сможет брать, он может брать только два человека, да? Ты можешь выбираешь, вот, например, дяденьку сюда, да, и, например, кого-то еще. Но мы не будем дяденьку больше, одного дяденьку, просто посмотрим, что это такое вообще. Так, у нас уничтожено. Нам нужно, во-первых, надо построить коммунальное жилье. Торговый пост. 2. Вместимость, это понятно. Я надеюсь, что они это потом переработают. И добавят более-менее таких-то нормальных вещей, чтобы... Ой, блин, куда ты пошел? Сюда тебе надо было собрать. Так, сюда ты идешь. Что у нас здесь осталось еще? 3 одежды. Отлично. Это дяденька. Он, по идее, он должен быть сейчас на машине уже. По идее. А почему не на машине? А, у нас же бензина нет, блядь. Я думаю, почему не на машине? У нас же топлива нету, да? И, а, идет еще идет ремонт, вообще-то. Я уже хотел его отослать. Ладно, мы можем торговаться сейчас. Нажимаем на торговлю. Мы можем торгануть бензином. Репутация 451. Вот о чем я говорил, да? Да, цена 350. Вот. И такие вот дела. 47. Алис, например, мы... Ну, не могу подтвердить. Странно. У меня репутация 270. Почему 451? Ну, что-то тут... Как-то странно. Ну да ладно. Посмотрим, что это будет. Так, один человек без дома. Так, смотрим, надо построить домик. Коммунальное жилье. Сколько тебе надо будет места? Ну, я тебя не могу что построить, да? Сюда тоже не могу построить, да? Да, тебе тут мешает эта тема. Ладно, 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 ладно. Значит, что мы сделаем? Надо его куда-то перед другое место переставить, значит. Перестань тогда вот сюда, например, вот сюда поставим, один дом построим. Так, у нас здесь должна быть мастерская у нас там была мастерская по производству инструментов. С одеждой пока что мы не будем заморачиваться, у нас есть ресы для этого. Так, кухонка работает, все у нас почти, все работает, да, все работает. Тут пластмасска добывается, все добывается. Проверяем наших этих свободных работников, все нормально, они работают. 6 человек у нас есть. Так, мы можем добавить... Где-то у нас была нехватка людей. Вот сюда можем добавить одного. Вообще даже не надо. Не надо одного, потому что у нас дрова не так уж много будут использоваться. Лучше добавить сюда. Ну и опять же, дом Зверолова каким-то образом неправильно отображается. Ну ладно, и так же самое пилорама. Очень интересно, конечно. Главное, что не могу их передвинуть никаким образом. Ладно, потом, может быть, когда я перезайду в игру, будет более-менее нормально сработать. Так, хорошо. Дальше. С металлом у нас все есть. Отлично. Так, мастерская, машина строится. Ремонтирует, вернее. Угу, хорошо. Но почему-то я не могу вот передвинуть эту тему, блин. Это как-то очень тупо. Надо будет опять туда перезаходить, походу. Иначе тут ничего не будет работать.
Ну, это уже потом, это не так сейчас критично. Так, хорошо. Да, видите, у нас не отображается все, как положено. А если мы, например, попытаемся настройки графика. Ну да, он полный. Ну, нам не надо вертикальный... Так, это FX. Так, высоко, высоко, высокое. Почему? Низкое тут, алё. Надо будет все высоко. Сглаживание. Ну, я не буду с этим тут лазить. Окно на полный экран. В окне. Полный экран. Ну да, все равно он не будет отображаться. Надо это перезаходить надо. Ну, сейчас у нас ничего не вижу, не поменялось что с водой. Ну, как-то более плавно, может быть, идет, ну не знаю. Так, дом строится, мастерская строится. Отлично. Сюда мы посадим какие-то деревья. Также сейчас этим займемся, более облагораживать будем эту территорию, как говорится. Вот что надо еще было поставить. Памятник следопытам поставим, вот так сделаем. Раз. Ну и вот такие вещи. Так, типа, чтобы более уютно было. Раз. Блин, забыл shift зажать. Ну ладно. Ну и сюда еще посадим пару деревьев. Ой, маленький уличный фонарь. Это было. Перерисовали, смотрю, текстурки, да? Красные цветы. Ладно, поставим красные цветы. Жопа, ну. Красные цветы. Вот так. Красава. Пусть будет. А, здесь можем что-нибудь забубенить? Вот так, да? Нет, это уже будет за пределами территории, так что не надо. Так, инструменты у нас делаются. Отлично. Машина скоро уже будет... О, починили все, да? Автомобиль готов. Отлично. Так, что у вас здесь происходит, дамы и господа? Так, у вас ничего, открывай территорию. Я хочу ее отослать вот так, образом и домой, вот сюда. Так, Валентайн, так. Ого, вот и топливо, друзья, вот и топливо, отлично. У тебя тут, дружище, все хорошо? Было бы прикольно, если бы нашел еще мне... Так, вот что здесь, тут пусто, да. Нашел бы еще исследовательскую лабораторию какую-нибудь, так. Ну да, у него собирание просто бешеное, он смотри, сразу 32 металла просто сразу забрал, потому что у него собирание 5, да, было, кажется, сейчас не ошибаюсь, подожди секунду, сейчас посмотрим, сколько у него собирание. Да, 5, это просто нереально, нереальный множитель. Только что около 100 единиц каких-то можешь собрать, походу. Так, все, здесь у нас более-менее выглядит нормально. 6 строений завершено. Хорошо. Так, с едой у нас пока что все нормально, с водой у нас тоже более-менее нормально, но все равно надо будет скоро построить еще одну башню. Ой, или колодец. Не то, дружище, не то. Тараканы. Тебя мы обратно отправим, дружище. Да, у нас тут еще опять же новые, видите, появились стрелочки. Это означает, что мы торгуем с Вуденбери, да? Вот. Тоже, ну, это чисто визуальные такие переработки. Так, 32 металла у нас, 82 металла, а тут что-то как-то. А, вот, друзья, зажимаем левой кнопкой мышки и вытягиваем, когда мы, ну, в черный, вот, в черный, не в белую, а вот в черный ложим гараж, да, вот, и сразу можно выбрать этот, где там, типа, визуально не отображается правильно. Вот, видите, у нас сейчас все отображается идеально. Так, ладно, значит, что, нам надо сюда человечка посадить, вот этого, например, да, создать команду, сюда еще одного человека бы посадить, давайте создать команду, ух ты, блядь. А, ну вот, я о чем и говорил, видите, у нас сейчас есть машина, у нас есть 12 шагов. 12, то бишь мы можем сюда доехать вообще без всякого. Давайте протестируем сейчас. И поехали. А, у тебя где, что, бензина нет, что ли, не понимаю, или что-то там?
А, у него же желтая, вот до сюда можно доехать, да? Да, вот. Отлично. Ну вот, такая новая фишка. Ну и вот, сейчас чинится у нас четырехместный автомобиль. Не особо быстрый, зато перевозит много пассажиров. И то бишь, потом мы можем, что можем сделать? Мы можем вот куда-то уехать, да, с этой машины, вот, например, вот сюда уехать, да, и можем просто отослать людей в разные точки места. Ну, так, хуя, туда-туда-сюда-сюда. Так, кажется, это так работает, да? Да, это, походу, так работает. Ну, что, проверим потом. Точно не уверен, не уверен, но посмотрим. Ну, главное, что это интересно, добавляет интереса вообще в игру. Так-с. Дальше. А, там на 171 очко, что можем что-нибудь открыть, можем еще пища, у нас фермерство 300 очков, производство, формула био, там 200 нужно, колония 200, образование, безопасность, работа с отходами. Не сначала надежный склад, потому что нам нужно вот это тоже, экологический станцию надо построить, потому что иначе будет просто полнейший писец. Так, значит, строим сюда станцию, я надеюсь, что она сюда влезет, ты точно не помнишь, сколько она место занимает, точно не помню, друзья. Должно пойти... Да, нихуя. Да, нихуя, говорится. Не хватает ему места здесь, да? Сюда лесимо поставим. Можем поставить сюда? Нет, не можем, да? Тупо, тупо, плохо. Ну ладно, сделаем по-другому чуть-чуть. Поставим его вот сюда. Да. Вот так поставим. Потому что склад хранит еду. И все остальное и тому подобное. И нас меньше возможностей будет, что нас обворуют. Если мы кого-то запустим, например. Такс. Рационки, рационы у нас... Так, тихо-тихо, где рационы? Рыба, дикая кукуруза, потребление, культурные растения. А, они, значит, сразу жрают все, да? Посмотрим сейчас. Вот это не помню, разве было это вот значение культурные растения? Я что-то не пропоминаю, друзья. Не помню. Мне кажется, что такого не было раньше. Может, было, я просто не замечал, но культурные растения, я даже не знаю, что это такое. Советики, если какие-то есть, советики, друзья, подскажите, буду рад. Вот, а так вообще как-то, бля, не знаю, что это. Так, ты принес... культурный. Вот, да, смешанный рацион. Значит, просто их сжирает сразу. Подводит это... О, ягоды. 9 ягод. Нормально, отлично. А почему на первой скорости мы работаем? А, потому что я перезаходил. Правильно, конечно. Вот туда и первая скорость. Так, у нас 8 инструментов, 31 аптечка. Сколько йодных таблеток? 20 йодных таблеток. Отлично. Что у нас по деревьям? У тебя здесь еще есть деревья, где работать? Переместить рабочую зону сразу, чтобы и нам потом... этой фигней не заниматься. Вот так, хорошо, раз. Даже надо все очищать, вот эту территорию надо очищать от деревьев. Потому что это будет все забито стройками, постройками. Вот. Так, так, специалисты готовы. Так, что у тебя, женщина, здесь идет сюда? 17. Ага, получила по люлям. Здесь, чувак, ну я не знаю. Давайте, значит, пока что откроем территорию, а потом уже на машине куда-нибудь ломанемся. Этот чувак соберет все, что у нас здесь сейчас есть. 40. Отлично. Так. Сейчас мне интересно. Например. Я могу доехать сюда. Дальше. Как мне... Так, чувак. А, вот, нажимаю еще раз на него. Очень интересно. Странно, это очень-очень странно. Ага, понял, понял, так. Мы теряем все ходы, когда мы выходим из машины. Я понял, ясно. Если что, друзья, если я что-то не пройду, советуйте, друзья, обязательно пишите, да. Берите пример от Биг Бэя. Он мне подсказывает, если что-то неправильно делаю. Это очень помогает вообще в игровом процессе. Так, ладно, дальше, дальше, дальше. Так, нам надо еще бы колодец построить для, блин, чтобы было более-менее все так нормально у нас, да?
куда могли бы его засунуть? 71%. Ну, здесь вообще явно ничего не будет. А здесь? 85, 100. Сюда поставим. Дорога здесь будет проходить. По большому счету, пусть там стоит он. Что случилось? Автомобиль готов к... Я понял. Готов к поездке. Отлично. Надежный склад тоже построили. Молодцы. Вот, возможный ресурс. Нажимаем на возможный ресурс, и мы видим, что, они что он хранит. Масло, бензин, инструменты и так далее, и тому подобное. Вот, конденсаторы, все очень важные вещи они хранят здесь у нас. Так, хорошо, что у нас здесь по металлу? 29 металла еще добывается. Здесь у нас пластмасс добывается. Отлично. Ждем, пока у нас обновятся наши чувачки. Да, видите, они сейчас переносят все важные инструменты в хранилище. Такс. Специалист готовый. Ладно, женщина, ты. Хорошо, отлично. Не получили лещей. Ну, блин, ну дайте нам еще какую-нибудь открытую территорию. 45, и тут... Ой, неудобно. Чувак, ну что ты... Вот. Отлично. Потом эти ресурсы мы загрузим. Видите, вот у нас есть ресурсы. 6 мест для ресурсов. Вот. Не знаю, или сейчас они как-то обусловлены весом. Ну, я думаю, что нет пока что. Насчет этого еще не доработали, походу, они. Так, что у нас с торговлей? Что у нас с торговлей? Ой, ёшка, 12 дней. Ну, это получается, мы забираем, да? А, не хватает репутации, чтобы начать торговлю. Ах ты ж жопа. Ну, я жил, что не хватит до нас этого. Потому что тут 451, а у нас 270. Часто редкие дорогие материалы. Я потом понял, блин. Вундерберри. Ну, в Вудбери репутация 200. А какая у нас репутация? Где я могу проверить мою репутацию? Меню. Нет. Помощь. Радиостанция. Статистика. Сводка умерших 0. График. Нет. Строение не то. Ресурсы. Будет в ресурсах? Навряд ли будет в ресурсах. Колонист. Колония. Так. Тоже здесь ничего. Потребности. Сведения. Так. Эффект сводка. Я не вижу наших... Не вижу нигде, где я могу проверить нашу репутацию. Может, я могу, когда выйти на карту, могу выйти проверить свою репутацию. Население 35 человек. И единственное то, что вижу здесь. Я не вижу нигде репутации иконки здесь, нигде. Друзья, подскажите, если что. Что-то я не могу найти. Так, ладно. Дальше, 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 дальше. Что у нас так? Что мы там открыли? А, склад мы открыли, да? Пилорама льдом лесничего. Дальше ничего нету. Аккумуляторная батарея. Ну, это можно было бы еще построить. Но пока что это не так уж важно. Гараж, торговый центр, пост есть. Это все есть. Медицинская палатка-то есть. Ну, портное нам не нужно. У нас еще 20 одежды есть. Так, хорошо. Пилорама. Тут все это есть. Это у нас есть. Это у нас все есть. Построено. Построено. Коммунальное жилье. Ну, коммунальное жилье пока что не надо. У нас есть место. Здесь еще 3 места. И тут еще... Наверное, есть по месту, нет, нет, 3 места здесь, это у нас 5, 7 человек можем еще принять, тогда можно еще думать о месте, ну, даже о жилом месте, чтобы им было где ночевать, как говорится, да? Так, гараж у нас все это сделал, все отлично. Так, хорошо. Такс. Странный шум у ворот, речь идет о какой-то уникальной штуке. Что? Кусочек прошлого. Принять компьютер? Конечно, принять компьютер. Нам дают 170 очков за это. Чувак, да чё? Так, дай, так, намотрим сейчас, что можем еще мы открыть. У нас 240 очков, да? Фермерство.
Ну, метод бирения, конечно, хорошая вещь. Формула биотоплива. Колония. Образование, безопасность, работа с отходами. Ведь, значит, друзья. Все-таки начну, наверное, с этого. Так как нам нужно очистить территорию от этих гадостей. Сколько она потребляет? Блин, 12 энергии потребляет, жопа. Ну ладно, мы потом это сейчас... У нас тут женщина гуляет с конденсаторами, пойдет по миру. Вот она здесь. Сейчас заберет последний дизель. Ну или последнее топливо, и будем уже туда его направлять домой. Таблетки, хорошо. Так, ну и блин, 5. Ну что делать, все надо, надо. Так, что у нас здесь осталось еще? 11 бетона. Да, не хватает ходов. Так. Ладно. Так, деревья закончились, да, ты говоришь? Приместить рабочую зону туда-сюда тебя, дружище. У тебя тут дофигища деревьев. Так, здесь работают, здесь работают, здесь работают, и здесь тоже работают. Отлично. Хорошо. Это радует. Перевести рабочую зону сразу же перемещаем. Его чуть побольше делаем. Вот таким образом. Пусть они здесь рубят все. Отлично, так. 104. Можем что-то еще можем с кем-то поторговаться. За только. Ага, тут видите, у нас повезло, что мы можем все-таки использовать это. 11 дней. Что это здесь? Это не надо нам. Мясо, аптечки, инструменты. Это очень странно как-то. Ладно. Сейчас. Братство, 12 дней, да? Например. Это вот-вот моя, получается, репутация, да? Забирается у меня, да? Ну, а как она растет со временем, да? Я так предполагаю. А вот опять 270 у меня. Только что было там вообще 100 с копейками, сейчас уже 270. Ну ладно, допустим. Такс. Еще, конечно, не разобрался в этих очках, как они вообще действуют. Что-то, блядь, без понятия. Ну ладно, черт с ним. Смотрю, что-то еще пандемии еще у нас не было. У нас было 2 метеоритных дождя. И на этом и все. У нас и жара у нас была одна, да? Вот пандемия. Не, ну это, конечно, очень хорошо, что не было пандемии, потому что самая противная фигня. Пандемия и радиационный дождь. Потому что если была возможность их просто загнать в дом, чтобы они не были под дождем этим, потому что потом будет такой писец. У нас только у нас получается 19 йодных таблеток, а у нас 35 взрослых и 8 детей, да? Ну это довольно-таки, блин, печально. Канистра с бензином здесь тоже 42. Хорошо, иди сюда. 20. Так, значит, сажаем его в машину. Машина поехала сюда. Чувачок вылазит сюда. Ну, чувак, ты вылази с машины. Не, вот не могу въехать. Ну, выпусти человека, вот. Значит, у него ходов не хватает, да, говоришь? Жопа. Ну, я так предполагаю, что нету ходов у него. Ну, ладно, допустим. Не, ну как ты должен отсюда вытащить его? Действие. Ну, это же странно как-то. Я, или
или я что-то не доезжаю, или тут что-то не допетриваю этой системы. Ну, разведка, ну. Блять. Окей. Допустим, мы так поездим. Не знаю, потому что ну что-то не работает вообще, не алё. Чувак, вылази. А, ну да, у него 10 очков нет уже больше, ладно. Хорошо, ладно, забей. Я что-то не въезжаю. Или он целый ход тратит, чтобы выйти из машины. Ну это вообще было бы как-то нереально, нелогично. Ну да ладно, посмотрим, подождем. У нас еще есть пару минут на видео. Потому что получается около часика уже будет видосик. Довольно-таки долго мы уже тут занимаемся этим делом. Ну ничего, развились, у нас есть какая-то стабильная добыча всех ресурсов. И еды, и материалов. Мы развиваемся постепенно, не так как перед этим с бухты-барахты все строим, а потом ждем, пока металлы, материал наберутся у нас, да? Вот. Так что такие вот делишки, друзья. Так, хорошо, ладно. Оки-доки. Мне бы еще, блин, подсолнухи собрать. Как только появятся какие-то семечки у этих, у торговцев, я сразу же семена верну, а не семечки. Вот. Это что? Семя подсолнечников. Вот-вот, что мне нужно. Жопа, мне не хватает 400 очков. Ну ладно, что с ним? Как-нибудь, да, разберемся. Как они говорили, да, разработчики, что каждая колония предлагает... То бишь, не каждая колония, каждое поселение предлагает одно семя. Чего-то. Вот. Ну, вот что у нас подсолнух есть, это хорошо. Значит, у нас будет биотополь, это будет следующее у нас. Тоже будет, наверное, скорее всего, заниматься будем следующей серии. Строить биозавод по производству биотоплива, как говорится, да? Какие-то палатки потрепанные, почему? Тырки какие-то, блядь. Ладно, хуй с ним. Специалист работы к работе. Так, сейчас проверим заодно мою теорию. Угу. Иди за горючим, чувак. Да ты, бля, издеваешься надо мной. Да, он тратит целую кучу, целый шаг. Писец, это не, это просто, это тупо, очень тупо. Не знаю, может быть, я что-то неправильно делаю, или лыжи не едут. Но это, чтобы тратить целый ход на то, что выйти из машины, я не знаю, или это правильно вообще. Ладно, я понимаю, где-то тратить один шаг. Окей, без проблем, почему бы нет. Но когда ты целый шаг тратишь на это дело, ну не знаю, дружище, я считаю, это чересчур уже. Ну да ладно. Я надеюсь, что разрабы насчет этого подумают еще, потому что ну это не нормально. Или может быть я что-то правильно неправильно делаю. Друзья, подскажите, пожалуйста, если что, если так, ну, я ничего-то не въезжаю. Так, ладно. Окей. Да почему ничего не забубенить? Что мы сюда могли бы поставить? Может быть тут можно портяжность забубенить? Сколько у нас тут? 20 одежды еще есть пока что. Это что не так? Ну просто чисто примериться. Или мастерская портяжного ходит? Не, не влазит здесь. Ладно, все равно эти мы вот эти лачуги потом снимем. Временное пристанище, говорится, и построим дома. Вот, у нас уже здесь есть уже один дом. Не так я, конечно, планировал его построить. Ну ладно, ничего страшного. Ну да, сейчас, конечно, обидно то, что, блин, ну, надо было все это начинать заново. Но, с одной стороны, довольно-таки неплохо. Потому что иначе у нас там было просто перенаселение, мы просто там, не знаю, страдали бы. Бандюганы. Окей. Окей. А если, например, у меня тут сейчас там машина приедет, где она будет храниться?
тут же у меня же гараж забит уже, у меня что, сколько, только универсал, не особо забит на это. Для ремонта автомобиля нужен специалист. Что, блядь? Какой специалист? Это тот, который у нас бегает по полю? То бишь по карте, по полю, блядь. Хорошо, ладно. Окей. Ну, считай, по большому счету месяц прожили игрового времени. Неплохо. Никто еще не умер. Да ну, пока что все хорошо. И за 30 дней у нас не было еще ни одной пандемии. Наверное, не зря. Я сказал, что она будет очень тяжелая, и с ней будет очень тяжело бороться. Наверное, последствия будут просто катастрофические. Потому и они как-то берегут наши нервы, по большому счету. Ну да ладно. Так, что у нас там? Арахис, 114-117 рыбы. Как-то производство рыбы очень большое, я скажу, друзья. Очень даже. Очень даже. Ладно. Пусть работают. Тут еще в идеале было бы дорогу провести, друзья. Как-то я тут что-то прозевал эту дорогу. Ну вот сюда. Отлично. Специалист готов к работе. Давай. Я хочу, чтобы ты домой уже возвращалась. Ух ты, блядь. Old Forum. А это что такое? Новый ресурс. Цветочки, предложения. Ладно, посмотрим. Это и наука. Ладно, женщина чуть задержится у нас там, да. Так, ты у нас уже все собрал здесь, да? Тут это у нас, да. Так, что у тебя здесь, сюда? Йодные таблетки. Это неплохо. Не будем далеко от машины отходить пока что. Пусть она здесь стоит. Добывается, добывается. Что-то у нас там закончилось. Какая-то маленькая груда бетона. Так, нам нужно, значит, намечать, где настроить поля. Ну, здесь очень много места, это хорошо. К воротам прибыла группа выживших. Сколько у вас человек? 6, как раз вы мне хватите. А ну, вообще-то, по большому счету, скажу так, друзья. Нету специалиста. Пока игнорировать. Я не хочу брать без специалистов лишних людей. Нам пока что достаточно того, что у нас здесь есть. А дополнительные люди и нету специалиста, мне как-то выгоды и в этом пока что... Я выгоды это не вижу. У нас все достаточно производится, все добывается, все отлично происходит. Так что пока что... Если пока специалиста нету, пусть они там гуляют. Нам пока что они не нужны. Жестоко, но что делать? Мир этот суров и беспощадный, так что мы должны как-то приспособиться к этому делу, да? Вот. Хорошо. Ладненько, ладненько, так. Так, что у нас здесь? Что с торговлей у нас происходит? Что с торговлей? 9 дней. Сейчас у нас что, одна торговая, один торговый, нет, два торговых пути занято. Так, хорошо. Ну вот, видите, у нас еще деточка подросла, и уже 4 человека. У нас еще 7 детей будет. Так что нету смысла мне сейчас с ними ждать, пусть они там тусуются. Так, что у нас с металлом? Что у нас с пластмассой? Что у нас с этими делами здесь? У нас 3 металла. Здесь 11 пластмасс. Скоро уже закончится все это дело. Идем сюда. 300, да? Что у нас здесь? Ноль, ничего. Ладно, иди сюда, посмотри, что у тебя здесь есть. Одежда. Ну, пригодится. Ну, а ты иди сюда. А, аптечки. Ну, а чувачок, ты этот, разведай территорию. Конденсаторы, окей. Лады, лады. Так, у нас есть 300 очков. Смотрим, что мы открываем следующее. Открываем мы следующее. Что мы открываем следующее? Фермерство, может быть, нет. Так. Формула биотоплива, переработка утиль... Блядь, двух парочек очков не хватает. Переработка утиль... Сырья, да? Колония. Образование, безопасность, укрепленные ворота. На что они нам дадут?
Укрепленные ворота значит восстание колонии за то, что люди это пропустили, будут рассылать группы выживших, скажут вам о себе больше, а значит вам будет проще кричать, будут хотели или нет, а можно даже выболтать что-нибудь важное о себе. Хорошо, пока что это не важно на данной стадии. Так, значит так, память нам тоже пока что. Образование не надо, у нас 7 детей, так что это можно побыть. Так, формула, переработка утиля, вот это надо, надо. Механическая, ага, это не то, что я хотел. Химкомбинат, пища, знаете что, друзья, давайте все-таки, наверное. Но с пищей у нас тоже пока что проблем нет. Мне интересно, формула биотопля, вот что мне надо. И у нас остается 190 очков, и у нас ничего не получается на 190 очков, да? Нет, ничего, ну и черт с ним. Сколько потребляет эта машина энергии? Где она там? Подожди, а куда делась? Здесь что ли? Нет, скорее всего здесь. 30 энергии, бля. Очень много энергии. Так что подождем мы пока что. У нас с энергией пока что таких шикарных вещей нет. Так, сколько у нас? Два конденсатора. Женщина нам гуляет там с этими вещами по миру. Так, ладно. Хорошо. Ну что ж, ладно, друзья, я думаю, что на этом мы закончим наше прохождение сегодняшнее. Следующее видео я сделаю уже завтра. Тут я, конечно, в офлайн еще поиграю, там что-нибудь пособираю, чтобы вам было что посмотреть и чтобы будет что-то поинтересное построить. А так, если вам видео, друзья, понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, оставляйте комментарии, нажмите на колокольчик, чтобы получать оповещения. Ну и в общей сложности большое вам спасибо, всего вам доброго, друзья, и пока-пока.